Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Конец сезона у нас наступит через 6 дней 20 часов, ну, грубо говоря, через неделю. Ну, а сегодня попробуем пройти громкое событие и, естественно, ежедневки. Разгром украл козла и привязал к нему ракету. Хорошо, что бета-каротин разбирается в ракетах и имеет на руках стратегическую колоду «Крахмальные войны». То есть я буду играть... за морковку, получается. Ну и что у нас тут? Так. Ну, допустим. Допустим, сделаем так. Опа. Опачки. Растение стоимостью 2, но получает плюс 1. Блин. Давай сюда поставим. Так, ну естественно он будет прокачивать ее, да? Ну, кто бы в этом сомневался, а? На тебе. Так, если он сейчас опять прокачает, мы, знаешь что? Блин. Да, конечно, ага. Единственное, что, знаешь, козла этого сейчас он уберет. В общем, беда. И выставит, естественно, обратно. Так, крахмал. Ну, допустим, я сделаю... Нет, так фигово. Блин, как тут лучше сделать-то, а? Давай так сделаем. Посмотрим. Гриб, нафиг мне гриб-то этот? Ну что, как вариант, только если так сделать. Бам-бам. Ну да. То, что ты сюда передвинулся. Вот сюда вот. Поехали. Твою налево, блин. Зомби получает 2 плюс 2. Так, Йети пожаловал. Я понимаю, он собирается его прокачать, да, ведь этого Йети? Допустим, я сделаю так. Так, и восстанавливаю себе 6 здоровья. Дело дрянь, на самом-то деле. Опять? Как ты мне дорог, а? Ладно, сейчас глянем, что нам здесь выпадет. И, наверное, сделаем еще вот так. Поехали. Все зомби получают плюс 2 к здоровью. Вот это уже хуже. Ладно, все равно этого мы накажем. В принципе, этого тоже. Три в лицо, защита сработает? Сработало.
Перемещение, так, другого растения или зомби. Оставим. Угу. Вот таким, значит, ты макаром, да, решил поступить? Что нам здесь... Так, этого мы шлепнем, допустим, да? Допустим. Тын-тырин-тын-тынь, давай сделаем так. Допустим, так. И вот так. Поехали. Не знаю, сейчас у него что-нибудь прокачивает, а? Все-таки этого утырка. Но ему крышка все равно, ребят. Мы его заушатаем. То, что псина, да, тут остается в живых, это, конечно, бесит. Прокачиваешь, да? Тун-тун-тун-тун-тун. Что же мы сделаем? А мы сделаем с тобой следующее. Вот так вот. Ну а теперь, по-моему, ребята, кранты ему, да? Я поставлю кактус, и кактус его, как ты понимаешь, пробьет. Причем очень хорошо он его пробьет. Так, иди-ка вот сюда, парень. На всякий случай. Ну что, давай смотреть, как он будет выкручиваться. Да никак, все, ему крышка. Победа. Да, ну, честно говоря, почему-то у него не особо хорошие карты выпадали. Вообще-то вот на, именно на животных он мог нормально сыграть. Так, значит, следующее у нас. Наносите 20 единиц урона героям бессмертия, заморозьте зомби и выиграйте многопользовательскую игру. Ну что же, нанесите 20 единиц урона бессмертия, да? Это у нас растение. Вот у нас бессмертие. Поехали. Даже не буду специально, ребят, смотреть, что там у меня за колода. Я не помню. И так, наверное, будет интереснее играть, когда ты не помнишь. Хорошо, когда не помнишь, да еще и забыл. Или когда не знал, да еще и забыл. Вот это еще лучше. Ну что, 37 ранг, Бонг Чуй, собственной персоной. Интересно. Очень интересно. Допустим. Что поставит Бонг Чуй? Орех. Он поставил орех. Хм. Кактус, да? Пока ничего не буду делать. Щупальцы. Нет, можно восстановить, конечно, здоровье себе. Через челюсти. Это ты хорошо сделал. Это ты прям... Ты прям чудно сделал.
Угу. Пим-пим-пим-пим-пим, пока все. Ягодку, да? Ягодку он поставил. Так, а дальше кто у него? Еще один кактус будет. Насколько я могу понимать. Но если у него будет еще один кактус, я смогу через ракету уничтожить. Что? Ага, вот так вот. Вот так вот ты, значит, да, сделал. Ну, ягодку-то я здесь и по-любому бомбану. Так, окей. Раз. И два. Что-то у меня дофига как-то ракет, ребят. Так, этого нафиг в топку. Поехали. Тынь-дырень-тынь-тынь. Это пригодится. Ай, не надо наносить 2 единицы урона по земле, как он любит делать. Псих своего врубать. Тянет 2 карты. Так, ну что, ребята, я не знаю, сможет ли он мне уничтожить моего медика. Как вот ты думаешь? Ну, если я поставлю сюда, просто для проверки, ребят. Есть у него там бомба или чем-то еще? Так, Бонг Чой взял мороженое. Плюс вот этого кактуса. Угу. Если я сделаю так и... К примеру, вот так вот. Две единицы в лицо, да? Нет. Что-то другое он придумал. Вот так вот, да, значит? Хорошо. Будет по-твоему. Пока ничего не буду ставить здесь. Все, он сдался. Он сдался. Ну, естественно, ему здесь ничего не светило абсолютно, ребят. 75 баллов. Так, ну меня интересует, мы выполнили задание или нет? Нет. Мы только выиграли игру многопользовательскую, а вот 20 единиц урона, к сожалению, не нанесли. Поэтому попробуем еще разок. Ну давай, 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 ищи что-нибудь. Так, а вот я думаю, замораживать кого мы будем? В принципе, можно сыграть за зеленую тень. У нее есть заморозка автоматически. Можно сыграть за розу, у нее тоже есть заморозка. Там нам нужно заморозить же зомби. Поэтому почему бы и нет. Можно. Что можно? Кто у нас еще замораживает? Из растений.
Гриб, но он только могилы замораживает. Так, зубостизила, наверное, на хилах, да? Что-то мне подсказывает, что эта зубостизила будет на хилах. Ладно, посмотрим. Первого хода, как ты понимаешь, нет. У нас есть второй. Это вот этот призывник. Потом есть еще доборы. Мисс Телади. Вот так вот звать. Мисс Телади. 29 уровень. Да ладно, ты серьезно, что ли? Короче, либо сдался, либо выключилось у него. Да, жаль. Все равно придется искать нам противника. Нам в любом случае нужно выполнить с тобой это задание. У меня больше идет поиск соперника, чем сама игра. Согласись. Ладно, ждем. Надеюсь, нам недолго ждать, а я пока в мобиле тут полазю, что у нас тут. А, все, нашли. Нашли, это вспышка на солнце. Ранг 40-й. Что-то у меня много вот этих мозгов. Что это за колода такая у меня? Не могу понять. На чем она обосновывается? Эти нам тут дают зачем-то. Хм. Серьезно сейчас? Ты решил на хилах отыграть? Чу-чу-чу. Интересно, пробьет или нет, как думаешь? Что у него есть? У него есть на земле удар, да? У него есть солнечный удар. Дофига чего у него есть? Ягоду позвал. Фруктовый микс, что ли, у тебя есть? Даже росточек. У него даже росточек есть, прикинь. Что из росточка вылупится? Фигня. А что если я вот так сделаю? Интересно, у него есть могилоед? Насчет могилоеда не знаю, но у него есть гриб. Что ж, поехали тогда. Вампирчик. Так, это сейчас будет приносить ему энергию. Этот будет приносить ему энергию. Слушай, есть ли смысл мне ставить? Я боюсь, что у него есть микс. Давай вот так вот сделаем. А там посмотрим. Черника. Плюс два гриба. Угу. Черника плюс два гриба. Уничтожаем вот эту пакость. И сделаем, наверное, выстрел, да? Дополнительный. Поехали. Кого уничтожит черника, не знаю. Так, защита сработает? Нет, пока не срабатывает. Профессор, профессор. Как тут лучше сделать-то, а?
Вот в чем вопрос. К примеру, мы сделаем так. У него должен быть либо солнечный удар, либо... Ага, вот что. Ну, это тебе, наверное, не поможет, парень. Как мне кажется, да? Поехали. Кого будет бомбить, вот в чем вопрос. Ну это уже, ребят, это уже, знаешь, это уже. Как тебе объяснить? Ну специально, что ли. Ладно, этого мы убьем. Ничего страшного в этом не будет. Тут вопрос немножечко в другом. Так, 4 единицы урона поблизости. Ну, погнали. Оу, щит. Так, ну что, срабатывает защита? Срабатывает защита. Давай так, так поставим. Дальше-то что сделать? Давай сделаем вот так и вот так. Угу. Как бы тут лучше сделать-то нам? Даже и не знаю, ребята. Наверное, вот так вот оптимально будет. Такс, что там у тебя такого интересного есть, а? Что, хилку что ли хочешь поставить? Клубнику? Это новости. Погнали. Так, что у них там? 1-1 на земле? Получается. Клубнику-то я смогу потом ушатать, наверное. Точно смогу. Должен, друзья мои, смочь. Пропускаем.
Что он там поставит сейчас, неизвестно пока мне. Кукурузу. Все? Это все, на что ты способен, да, парень? Поехали тогда. Хлоп. Хлоп. Что бы лучше здесь сделать? Наверное, вот так все-таки. Поехали. Да, но мы-то больше в основном здоровье себе. Что там у тебя осталось? Я не помню. Что у него там за заклинашка осталась? Давай смотреть, что он тут предпримет. Ну, допустим. И это все? Хорошо, как скажешь. Это тут с хрумкой. Поехали. Так, прокачались. На тебе. Получай, гаденыш, по полной. Все, ребята. Победили. Теперь, значит, нам нужно заморозить зомби. Замораживает зомби. То есть, если мы с тобой сыграем сейчас за зеленую тень, то, в принципе, это будет нормально, да? Только вот нифига мне за нее не получается играть. Ладно. Подожди, какой изменить? Выбрать и играть. А раньше за зеленую тень, ребята, вот именно на орехах, на фасоли, там, на бобовых, на тех, довольно неплохо играл. Но мета постоянно меняется, поэтому... неудачные потом получаются поединки. Такс, лепесток. Сейчас будем смотреть, что у этого заморозга есть. Рикошет. Ради бога. Ради бога, смотрим сейчас дальше, что он выставлять будет. Так сделаю. Поехали. Пускай его курица тут бегает, как чумная. Вот как ты, значит, решил сделать. Фига себе. Странно, откуда он этого хмыря вообще выкопать мог. Ну трындец полный, а. Все равно урон получишь. Курица вшивая. А?
Ныкаешь, да? Ну, ныкай, ныкай своего чувака. Три. Блин, три и три. Фигня получается, ребят. Он же ведь может заморозку сделать. И ведь наверняка он ее сделает. Короче, давай делать так. Смотрим. Вот скажи мне, что мне это дает? Что я тут фигню какую-то сделал? Эть, заморозка, да? Всех на земле, или как у тебя там? Использование на шафте рикошет зомби. Если он сейчас сюда поставит. Нет, он что-то немножко по-другому делает. Блин, заморозка 100% у него будет. Вот прям предчувствие у меня такое. Давай проверим. Заклинание, если будет применять, этот будет прокачиваться у нас. Но дело, знаешь, в чем еще? Что мы его, когда будем пробивать, у него может как раз работать защита. С той самой заморозкой. То, что он это делает, это, вот это вот меня мало интересует, ребят. Вот, сейчас у него оп, видишь, срабатывает. Так, орех. То, что он там своих пиратов выставил, это меня вообще, честно говоря, мало колышет. Чё? Ё-моё. На рикошет зомби на ландшафте. Надо на ландшафт было ставить. Чё я тупанул-то? Ну, ребят, это пипец. Ладно, этого уничтожим. Здесь сработает защита. Я не помню, что там у зеленой тени. И надеюсь... Центральный этот удар будет. Сейчас посмотрим, что там вылупится. Заморозка. Ну и шикарно. Нам нужно было заморозить зомби, да? Нужно было. Поехали. Раз, два. Превосходно. А вот это плохо, вот это плохо, ребята. Чертовы пираты, а. Ну тут по ходу дела все, ребят. Приплыли, называется. Это меня не спасает вообще никак. Хотя, может быть, защита сработает. Может быть. А дальше все.
Знаешь, что фигово, что у этой тени зеленой. О, понятно. Что у этой зеленой тени нету ничего такого, чтобы я мог, ребята, использовать для уничтожения вот таких вот крупных. Вот это вот беда. К сожалению. Невезучая у меня зеленая тень. Но самое главное, ребят, я выполнил задание. Я заморозил, в принципе, что от меня и требовалось. Да. Ну что, на этой ноте я буду сегодня закругляться. Кстати, я хотел, знаешь, что посмотреть? Сколько у меня вообще есть энергии? Подожди, где ее смотреть-то? Я как мокрёк, я уже забыл. Где энергию, ребята, глянуть? Что за бред? Колоды, это все понятно. Ну, ух ты, что там? 6 карт кукурузных, кабачковых или бобовых растений. Что себе тут? 6 наборов. Не пойму, где у нас... Может быть, просто их нету? Раньше, если бы были бы, то... Ну, так вот с тобой глянем сейчас информация. Да, ребят, у нас 1855 энергии. Мало. Надо 4000 хотя бы иметь, чтобы создать какую-нибудь еще одну легендарную карту. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.